Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании. Об этом говорится в послании президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему защиты разнообразия «Борьба с исламофобией» в 2024 году. Под прикрытием светскости Франция принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман. В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане, отмечается в послании главы государства.